Всем привет! Я сегодня нахожусь в Юрмале, в Каугари, в районе улицы Энгурес. Сейчас я пойду гулять по этому району по просьбе зрительницы моего канала или зрителя, извините, я не помню. Потому что, ну, люди, видимо, здесь когда-то жили, хотят увидеть это место снова. Сегодня у меня выходной день, я думаю, как хорошо, у нас сегодня очень тепло. И было солнце, 18 градусов, если даже не больше. Я думаю, как хорошо, поеду сейчас погуляю. И посмотрите, что на улице сейчас. Как-то потемнело, посерело, поднялся ветер. Но все равно тепло. Очень поздно выбралась из дома, потому что, знаете почему? Потому что вчера смотрела очень долго все, что происходит во Флориде. И утром тоже. Утром долго спала, у меня сегодня выходной, я не работаю, удивительно долго спала. Насмотрелась этих ужасов, и с утра снова встала опять смотреть. Пропали все мои блогеры, которых я смотрю из Флориды. Еще вчера они вещали, поздно вечером некоторые из них, а с утра уже никого нет. Не знаю, когда они выйдут в эфир, ну а я пойду сейчас гулять, показывать вам район Энгурес. Так, боюсь, что пойдет дождь, а я даже не взяла зонтик. Но тучки нашли. У нас тут такой райончик, видите? Тут магазинчик есть Максима. И Пепка теперь вот здесь. И дома. Меня просили показать 11 номер. Пойду сейчас поищу. Я вижу, это 6 номер. Ну, пойду по этой улице. Пока дождь не начался. Да, ветер поднялся. Было так классно. Вот у нас старенькие домики, построенные в советское время. Сегодня мне попался ролик города Батуми в Грузии. Стараюсь идти и говорить, когда никто не идет рядом. Ну так вот, попался мне этот ролик города Батуми в Грузии. Так, машина сейчас проедет. Я смотрела, думаю, ничего себе, это даже не столица. Как там красиво, новостройки, такие высотки, дома, неоновое освещение. Я так удивилась, думаю, ничего себе. А у нас, видите, как все скромненько. Вообще, мне так понравился этот город. И температура там сейчас очень приятная. Думаю, о, надо, наверное, в Грузию как-нибудь съездить. Так, куда иду, не знаю. Там дальше лес. Это какой-то тоже дом. Наверное, дальше, да? Это пятый, наверное, еще дальше. Так, этот район Каугари находится близко от моря. Каугари вообще на самом деле такой большой район. Я вот этот район совсем не знаю. Я не здесь живу. То есть я вот реально здесь никогда не ходила по этому району. У меня даже никто из знакомых здесь не живет. Ой, какая там собачка. Ой. И где же этот 11 номер? А там, видите, там уже лес. Рядом с лесом. О, уже 9 вижу. Уже ближе к цели. Ну, что хочу сказать. Так уютненько здесь. Вот котик сидит. Киска сидит. Здравствуй, беленький. Эти дома, вот они так закрывают. Там вот с той стороны моря. Вот здесь вот дом так закрывает. И там закрывает ветер, чтобы так сильно не продувал. 9, да? Наверное, следующий 11. Но гулять бесподобно все равно сегодня. Вчера мне кто-то в комментариях написал, как вам нравится такая погода. Вот именно такая и нравится. Почему бы и не нравилась? Почему бы и не нравится? А я свернула, потому что люди идут, а я иду, говорю, не знаю, что подумают.
пройду здесь. Вот, здесь уже, видите, какая местность неровная. Дюны. Дюны, дома в дюнах. Скамеечка. А здесь около моря листва еще такая зеленая. Посмотрите, да? Еще не все пожелтело. Вот. Красиво, да? Красивая местность. И какой же это дом? Да, это 11-й. Я вижу номер 11-й. Вот сейчас мы его обойдем. Пусть моя зрительница посмотрит. Не хочется снимать там люди. Ну, в смысле, не хочется снимать людей. Поэтому я сниму пока вот окрестности, чтобы вы посмотрели, как тут все заросло. Вот, сосны все на месте. Буря их, ураган не сломал. Видимо, этот дом закрывал. Такой сильный ветер с моря. Ладно, там девчонки стоят, курят. Пойду пока... Ой, здесь девчонки. Обойду пока с этой стороны дом. Ну, видите, люди ходят. Не расслабишься так сильно. Вот с этой стороны такая картина. Ну, обойду вот так вот по тропиночке. Смотрите, как она изгибается. И у нее длинные ветви у сосны. Это необычно, да, она растет. Длинный этот дом тоже, очень длинный. Ой, какой он длинный. А сейчас здесь ничего не строится. Я не знаю, что тут будет. Никаких новостроек. Я говорю, меня сегодня так Батуми изумил. Там такое все супер, ультрасовременное. Нет, там, конечно, тоже такие районы есть, вот, да. Они показывали. Ну, эти ребята, которых я смотрю. Но все равно, там, видимо, этот центр. Там надо будет сегодня зайти еще что-то поискать, посмотреть, как выглядит город. Вот я иду уже, видите, по лесу. Там идет дорога Яункеймери. И с правой стороны там море. Пахнет так. С хвоей. Воздух бесподобный. Да, какой длинный. Интересно, сколько там квартир в этом доме. Он нескончаем просто. Это все тот же дом. Энгурс 11. Да, жаль, конечно, что я так поздно выбралась. Солнце пропало. Ну, солнца было очень мало сегодня. Где-то полчасика, наверное, потом оно исчезло. А с этой стороны тут... Ну что, тут только один подъезд с этой стороны? Наконец-то я обошла этот дом. Ой-ой-ой, какой длиннющий. Не ожидала я. Вот, и теперь с парадной стороны. Здесь все красиво, клумбы, цветы. Вот как красиво здесь. Клумбочка какая симпатичная. Они тут все одинаковые, эти подъезды. Так. А нет, это почему-то 15 уже считается. Интересно, как они тут расположены. То есть один вот длинный дом, но адреса разные. А с того конца 11-й. Я никогда такого не видела. 15-й здесь. Энгрос 15. Ну ладно. А тут уже 13. Интересно.
Вы когда-нибудь такое видели, чтобы один дом и разные номера? Да, конец будет 11-й. Понятно. И всюду клумбочки. Ну, сейчас, конечно, уже все тут отцвело. Уже никто тут особо их не чистит. Но все равно симпатично. Так, с этой стороны, вот можно сказать, парк лесной. Лесной парк. Вот здесь как красиво насажено. Да, 11-й номер. Вот. Ну что, я обошла этот дом. Наверное, шла минут 10, пока я его обошла. Но уже до конца дойду. Вы не написали, какой подъезд, поэтому я не знаю. Здесь 29-42 подъезд. Здесь 43-56. Все. Вот я и показала вам дом. Так, пойду теперь вот здесь. Так, по другой дороге пойду, покажу вам район. Сама посмотрю. Вот такое дерево уже желтеет. Ой, хорошо, когда такая погода классная. Даже сейчас, когда ветерочек, все равно он теплый. О, какое изогнутое, интересное тоже дерево. Там детская площадка, я вижу. Да, ветер не кстати поднялся, но я надеюсь, что так слышно не будет. Таких помех. О. О, как здесь хорошо. Какая тень. Вон там бабульки сидят на скамеечке. Там собачку выгуливают. Собачек даже. Пойду мимо них посмотрю, как они там балуются. Мелкая такая игрушка. А, вот вижу последствия урагана. Одно дерево все-таки рухнуло. Уже спилили. Ну вот я уже и пришла обратно. Почти пришла к магазину. А то сейчас Максиму зайду. Любимую Максиму. Вчера снимала ролик про Максиму. Как я там купила моющее средство. Невыгодно для себя. Так, сегодня у меня только этот район. Другие я не поеду. Я помню, что у меня там еще есть заказы на улице Сколос. Но это уже будет в другом видео. Не знаю, в каком. Здесь депозитный пункт. Можно сдать бутылки. Ага, будем знать. Здесь почта Омнива. И давно я не была в Пепко. Зайду посмотрю. Гляну одним глазком. Так, тапочки. Что у нас с тапочками? Какие-то не очень симпатичные. Мне не нравятся. Вот эти ничего вообще такие, да? Сколько они стоят? Эти зайчики. Зайчики. Сколько вы стоите? 5 евро, да? Пальто. Так, еще вот такое пальто. Пальто 20 евро. Мне здесь нравится, что для дома смотреть в Пепке. Вот. Кружки всякие, тут посуда для кухни.
Питер Кук. Легенькие. Что еще интересненького? Ну, вот полотенце здесь можно покупать. О! Хэллоуин. Для Эльзочки, да? Хэллоуин. Мои собачки. 5 евро. Вот такая желтенькая есть. Серенькая есть. Белье. Ну, как-то сегодня здесь такого ничего особого не вижу. Ничего особого. Угу. Ладно. Ну и напоследок выйдем на море. А как же без моря в Юрмале, в Калгари? На море тоже тепло, хорошо, теплый ветер. Правда, уже как-то потемнело. Ну, потому что, видите, какие облака наползли. Ну, дождя нет, слава богу. Не было дождика. Очень хорошо на море. Тут как-то грязновато отлил, да? Грязновато. Вода ушла. Видите, как вода ушла? Ого! Хорошо, ушла вода. Так, здесь пройдем. Далеко. О, видите, это здесь все вода была. Почему вода ушла так далеко? Вот, вот видите, вот эта вот полоса. Вот там, где ворона это, да? Там был край. Или даже дальше. Вот здесь. Вот, море ушло. Что бы это значило? Цунами будет? Так, все, не улетайте, не улетайте. На этом я заканчиваю свое видео. Ага, я попала. Попала в ловушку. Так, ну ладно, здесь выйду, наверное. Всем до свидания. Спасибо за комментарии. До новых видео.